Все больше пожаров на дачах, оно и неудивительно. Люди активно перебираются за город. В Зиминском районе в садоводстве «Мечта» погибли 2 человека. Вероятные причины происшествия называют нарушение правил эксплуатации печного отопления. Сжигание мусора и сухой травы тоже ни к чему хорошему не приводит. С начала пожароопасного сезона в регионе уже более 60 раз огонь перекидывался с участков на дачные постройки. То ли еще будет.